Музыкально-драматически ставит провинциальные анекдоты по пьесе знаменитого советского драматурга Александра Вампилова. Репетиции спектакля идут, премьера назначена на 24 и 25 февраля. Извиняюсь, девушка, я извиняюсь, футбол слушал, а мое радио, оно самое интересное. Действие происходит в провинциальной гостинице «Тайга», где по воле случая оказываются очень разные люди. И эти герои попадают в комедийные ситуации, меняют привычный ход вещей и помогают взглянуть на жизнь с другой стороны. Чересчур ответственный администратор гостиницы, девушка, которая приехала поступать в незнакомый город, мужчина со странной профессией метранпаж, двое командированных, страдающих от похмелья. Автор пьесы Александр Вампилов представляет нам почти гоголевскую галерею лиц. Поэтому спектакль не только развлекает и по-настоящему смешит, он полон анекдотов, но и дает возможность говорить о самых серьезных вещах. Когда мне говорят «Вампилов», я говорю, ну, гений. Он действительно гений, рано ушедший, к сожалению. Но вот он оставил после себя несколько пьес, которые навсегда во всем мире, и они гениальны. И в первую очередь, конечно, это относится вот к провинциальным анекдотам. Собственно говоря, провинциальные анекдоты – это вообще такое название двух одноактных пьес, двух историй, которые происходят, их связывает место действия, номер гостиницы. Пьеса, за нее режиссеры дрались в театрах, кому выпадет удовольствие ее поставить, и кайф ее поставить. Она необыкновенная, ни на что не похожа. Провинциальные анекдоты, признается режиссер, стали определенным вызовом. Спектакль, который требует при всей его внешней легкости, блистательности юмора, очень глубокий. И это отчасти и вызов для актеров. Возможность поиграть такие не совсем, наверное, для меня характерные роли, может, даже несколько так на сопротивление, тема интересна. Получится, не получится, сможешь, не сможешь. Потому что личности разные, совершенно противоположные. Как это? А вот так, уходите и все, как-нибудь без вас обойдемся, здесь я хозяйка. В первом акте Михаил Диамент в провинциальных анекдотах играет администратора гостиницы, Полина Тараева, деревенскую девушку, которая приехала в большой город и поселяется на сутки в эту гостиницу. С ней начинают происходить какие-то невероятные события, просто неожиданные. И это все накапливается, накапливается за одну ночь, получается. И вот как она с этим всем разбирается, как она реагирует на все происходящее, это очень интересно. Для меня, наверное, это что-то новое, необычное, потому что... Ну, это такая характерная героиня. И найти эти черты именно в себе было очень интересно, заниматься этим поиском. То есть она такая, ну, боевая, жесткая девушка. Спектакль двухактный состоит из двух коротких историй с необычной парадоксальной концовкой. Написанная в 60-х годах прошлого столетия, актуальна и сегодня. Премьера назначена на субботу, 24 февраля. Второй показ пройдет 25 февраля.